The 50 days of heavy fighting in the Battle of Kursk are considered the biggest tank engagement in military history. Soviet intelligence had learned that Germany was seriously dependent on its heavy armored vehicles. The battle finally influenced the outcome of the war in the Red Army's favor. Ещё не було мені повністю 18 лет, і в январі місяці 43-го года мене призвали в армію. Я, значить, був рядовим пулемётчиком. І, соответственно, моє бойове оружие було танковий пулемёт, вот Максим. Бойове крещення я отримав на Курській дуге. Помню, що коли вот это ми пішли в наступлення і попали під мінометний обстріл, і заряджаючи нашого подносчика нашого одного, одорвало ноги. Я хотів, побіжав к нему, хотів помочь ему, а командир расчетом не дал. Куда ти назад? Є санитар, пусто не помогає. І я со слезами вернулся і знову пішов вперед. Теряли людей, конечно, переживали. Все это дело, но дело-то в том, что надо выполнять ту задачу, которую вы нам поставили. Нашему полку пришлось участвовать на параде победы союзных войск в Берлине 7 сентября 1945 года. А я чувствовал себя с гордостью, что я, понимаете, в разбитом Берлине перед Рейхстагом, разбитым Рейхстагом, значит, на новом советском танке участвую на этом параде. Значит, немцы сначала нас боялись. Не старались не общаться. Но потом, когда они уже поняли, что советская армия их и кормит, и кухни были поставлены, таким расчетом кормили наших военнослужащих, когда мы только приехали, я уже будучи офицером, а рядом стояла кухня, которая готовила пищу и кормила немецких женщин, детей и так далее. Это было. Мой тесть Денис Михайлович Иохин. Собираемся, и он рассказывает о своих военных делах. Наше поколение послевоенное, я имею в виду наш возраст, то есть тоже детство было, как сказать, не особо такое легкое, веселое. Народ занимался восстановлением хозяйства, восстановлением городов, сел после разрухи такой военной. Очень много было случаев опасных. Подрывались на тех же минах снаряда, которые со времен еще войны оставались. Даже погибли мои ровесники, два брата. Очень уважительное отношение было к участникам войны. Как Крым наш и Севастополь стал, вернулся, будем так, в состав Российской Федерации, по-другому стало даже за этот год. Очень ощутимо отношение молодого поколения, будем так, нынешнего поколения, посещает по праздникам, в дни рождения наших ветеранов Великой Отечественной, посещает, поздравляет. Спасибо тебе, батя, за твой великий вклад в нашу великую победу. Спасибо не только от меня, спасибо от всего нашего поколения.